Satyam Ananda Nithim Bhajetam. Satyam Ananda Nithim Bhajetam. Satyam Ananda Nithim Bhajetam. Satyam Ananda Nithim Bhajetam. Nanyatra Sajja Sajjeta Yatra Atma Pati. Nanyatra Sajjeta Yatra Atma Pati. Nanyatra Sajjeta Yatra Atma Pati. Пата. Пата. Атма Пата. Sarva Jivritam Bhuta Sarva. Mayatva Svapna Janekshitaika. Admayatva Svapna Janekshitaika. Satyam Ananda Nithim Bhajeta. Satyam Ananda Nithim Bhajeta. Nanyatra Sajjeta Atma Pati. Nanyatra Sajjeta. Следует сосредоточить ум на верховной личности Бога,
которая распространяет себя в самых разнообразных проявлениях. Подобно обыкновенному человеку, создающему во сне тысячи разных образов, необходимо сосредоточить ум на нем, единое, исполненное блаженство абсолютной истины. Те, кто не делает этого, сходят с истинного пути и становятся причиной собственной деградации. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе великий Шукадева Госвами говорит о преданном служении Господу. Он пытается объяснить нам, что вместо того, чтобы отвлекаться на различные методы самосознания, мы должны полностью сосредоточиться на Верховной Личности Бога, высшем объекте познания, поклонения и преданности. Встать на путь самосознания значит прекратить борьбу за материальное существование и начать бороться за вечную жизнь. Поэтому внешняя энергия предлагает йогу или преданному много иллюзорных соблазнов, пытаясь вновь заковать этого отважного борца в кандалы материального рабства. Йог может достичь поразительных результатов в совершенствовании своих материальных способностей, в частности, анимы и ладхимы, позволяющие ему по своему желанию становиться меньше наименьшего и легче наилегчайшего. Соблазны могут прийти к нему также в виде материальных благ, богатства или женщин. Однако в этом стихе Шрила Шукадева Госвами предостерегает нас, напоминая, что вновь попасть в ловушку таких иллюзорных материальных удовольствий значит деградировать и продолжать отбывать заключение в тюрьме материального мира. Учитывая это, человек должен прислушиваться только к голосу собственного бдительного разума. Верховный Господь один, и Он распространяет Себя во множество экспансий. Следовательно, Он сверхдуша всего сущего. Когда наш взгляд падает на что-либо, мы должны помнить, что наше видение вторично, тогда как видение Господа первично. Невозможно увидеть то, чего еще не видел Господь, гласят Веды и Упанишады. Поэтому, что бы мы ни делали, и что бы мы ни видели, сверхдушой любого нашего действия или наблюдения всегда является Господь. Эту доктрину одновременного единства и различия индивидуальной души и сверхдуши философия Ачинтья Пхеда Педататвы проповедовал Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Вират Рупа, вселенская форма Верховного Господа, включает в себя все проявленное в материальном мире. Следовательно, Вират, вселенская форма Господа, это сверхдуша всего живого и неживого. Но Вират Рупа является также проявлением Нараяны, Вишну. Поэтому, совершенствуя свое видение, человек постепенно сознает, что изначальная сверхдуша всего сущего – Господь Кришна. Следовательно, необходимо без колебаний посвятить себя служению Господу Кришне или, в данном случае, его полной экспансии Нараяны, никому другому. В ведических гимнах ясно сказано, что Нараяна бросает взгляд на материю, в результате чего возникает творение. До творения не было ни Брахмы, ни Шивы, не говоря уже обо всех остальных. Шрипад Шанкарачарья безоговорочно признавал, что Нараяна находится вне материального творения, а все остальное внутри него. Поэтому материальное творение одновременно тождественно Нараяне и отлично от него, что подтверждает философию Ачинтья Пхеда Педататвы Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Как порождение энергии взгляда Нараяны, материальное творение не отлично от Господа. Но поскольку творение создается внешней энергией Господа, Бахиранга Майи, не отделено от внутренней энергии, Атма Майи, оно одновременно отлично от Него. В этом стихе приведен весьма удачный пример со сновидениями. Во сне человек создает различные ситуации и из простого наблюдателя превращается в участника событий, испытывая на себе их последствия. В сущности, материальное творение подобно сну, который видит Господь, но в отличие от нас, Он, как трансцендентная сверхдуша, не попадает под влияние этого творения, являющегося Его сном, и не запутывается в Его последствиях. Он всегда занимает свое трансцендентное положение,
хотя по сути является всем, и нет ничего, что существовало бы отдельно от него. Будучи его частицей, человек должен сосредоточить все свои помыслы только на нем, не отвлекаясь ни на что другое, иначе он неминуемо попадет под власть различных энергий материального мира. В Бхагавад-гите это подтверждается следующим образом. Сарва бутани каунтия пракритим янти мамикам, калпакшая пунастани калпадао висриджамахам. О сын Кунти, в конце эпохи все материальные проявления входят в мою природу, а в начале следующей я с помощью своей энергии вновь создаю этот мир. Однако человеческая форма жизни дает живому существу возможность разорвать порочный круг созидания и уничтожения. Она позволяет ему выйти из-под власти внешней энергии Господа и войти в царство его внутренней энергии. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в первой главе второй песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Первый шаг познания Бога». Сасарва дивритяна бутасарва атманита свапна джаник шитайка там саттям анатаникхим баджаяма наньята саджитята атмапата. Следует сосредоточить ум на верховной личности Бога, которая распространяет себя в самых разнообразных проявлениях, подобно обыкновенному человеку, создающему во сне тысячи разных образов. Необходимо сосредоточить ум на нем, единое исполненное блаженство абсолютной истине. Те, кто не делает этого, сходят с истинного пути и становятся причиной собственной деградации. Первый шаг познания Бога, песня 2 глава, 1 текст, 39. А то же самое утверждается в Бхагавад-гите, что нужно думать только о Кришне. Я же вам маскирую поклоняться только Ему. И необходимо погрузить туда также и разум, сделать его смыслом жизни, целью существования. То есть Гити Кришна об этом говорит. Это высшее состояние йоги. Погружен в мысли о Боге, когда он пытается достичь Кришну как высшую цель жизни, когда он посвящает себя служению Верховной Личности Бога. Таким образом, Кришна говорит, ты будешь всегда жить со мной, в моей атмосфере, в моей среде, в моей энергии, как непосредственно энергии. Есть Атма-майя и есть Бахиранга-шакти, Антаранга-шакти, Бахиранга-шакти, то есть энергия, отделенная от него и связанная с ним. Два вида энергии существуют. Духовная и материальная. Духовная энергия – та, которая связана с ним по собственной воле. Материальная энергия, она тоже связана с ним, но не прямо, с одной стороны. С другой стороны, не связана. То есть, живые существа, находящиеся в материальной природе, отказываются от этой связи. Это их добровольный выбор. Поэтому называется Бахиранга-шакти. Или отделенная энергия. Они отказались от этой связи. Они отделены от Господа в своих желаниях, в своих стремлениях. И для этой цели существует вот эта материальная энергия, шакти, которая нас окружает. Энергия Бога и так, односторонняя связь. Кришна связан со всем сущим, но материальная природа, она связана и не связана. И так, и так. Это ачинтья пхеда пхеда татва. Одновременно она с ним и не с ним в то же время. И под влиянием этой энергии человек убежден, что нет этих отношений с Богом. Не существует отношений с Богом. Может быть, даже Бога не существует. Если даже он догадывается при помощи разума, каких-то внешних наблюдений, он не может установить с ним связь, услышать, например, или увидеть, или наблюдать его действия. Сложно, потому что действия вселенской формы во времени и пространстве не воспринимаем, это слишком много для нас всего, мы не можем это все одновременно наблюдать. Мы очень незначительную часть творения наблюдаем, и два, и два. И поэтому здесь говорится, чтобы осознать эту высшую власть, высшую энергию, необходимо везде и во всем
видеть присутствие его. Вся любая энергия представляет Кришну, но сам Кришна, он другой. Вот что важно понять, он другой. То есть эти энергии работают согласно его воле, наделенные определенными функциями и назначением. Это сбивает с толку у людей. Потому что есть в этом мире не только вещи какие-то полезные, но еще и вредные для меня. В чем их функция, назначение? И иногда человек думает, что это здесь лишнее в творении, что-то для меня неприемлемое, как для личности. Куда бы он ни пошел наслаждаться, всегда есть какие-то неудобства при этом. Наблюдает человек, думает, это непонятно, если есть высший разум, если он создает человека как венец природы, почему столько препятствий к моему счастью создается одновременно с этим? Как в Индии тепло, вот сейчас начинается, то есть в Южной Индии, но прохладнее, но там тепло по нашим понятиям, это рай зимой, Южная Индия. Но в этом раю очень часто проползают змеи, кобры. Можете там быть где-нибудь на берегу океана, там пляжи, пальмы, песок, безмятежно отдыхать, и увидите, что иногда проползают кобры. Вот, например, человек думает, что это лишнее в этом раю. Надо как-то с этими кобрами разобраться, как-то устранить все это. То есть он не всегда понимает функции и назначения того, что проявлено уже. Вернее говоря, он вообще этого не может понять в целом. Хотя догадывается, что у каждого живого существа есть своя функция. Иногда даже непонятно, зачем эти функции. Даже многие люди в ведические времена думали об этом и тоже не могли понять все в творении. Зачем нужны вороны, допустим, или сороки? Зачем так много разнообразия птиц? Для чего? Кажется, что функцию птиц могла выполнить 1-2 вида, но их больше, намного больше. Функцию некоторых птиц могли бы выполнить насекомые. Вот так вот все устроено. И даже многие мудрецы не знают до конца, почему 8 400 000 форм жизней, почему так много водоплавающих земноводных, почему так много типов человеческих существ. Ну, то есть огромное, гигантское разнообразие в этой форме, немыслимое для человека. Как одна жена брахмана спросила, ну вот, дорогой, ты говоришь, есть все предназначение, но вот эти сороки здесь постоянно сидят, наблюдают за мной. Вот, какое предназначение наблюдать за мной? Какой это смысл, для чего? Она говорит, вот я только что пришел сейчас домой, кто тебя предупредил? Да, вот эта сорока, да. Она увидела тебя издалека, она наблюдает за человеком, она предупреждает. Это лишь одна из функций, конечно, сороки, не главная. То есть мы не можем всего осмыслить. Еще есть микроскопические живые существа, этот мир вообще непостижим для нас. Строение клетки, различные автоматы на молекулярном уровне работают там. Не всегда это живые существа. Автоматики, это вообще невозможно представить. Как это все связано вместе с нашим разумом, с волей Всевышнего, со Вселенной, все эти микроскопические, потом макроскопические еще, Вселенная дышит тоже при этом, развивается. И поэтому сложно представить функцию назначения. Но тогда человеку дается концепция единства. Медитируй на все вместе взятое, ом, пурнам, при помощи звука. Как? Отстранись от деталей. Опять, ты не можешь увидеть всего. Значит, ты отстранишься от деталей, ты почувствуешь внутри атмосферу единства, единообразия как бы. То есть за всем этим материальным проявлением и формами дух тот же самый. Разницы нет. Это чинтя, пхеда, педататва. И отличный, и не отличный. Вот материально мы все отличны, а духовно мы качественно одни и те же. Поэтому можем понимать друг друга на каком-то уровне единства. Гармонии. То есть есть что-то приятное, неприятное. Среди людей тоже такие оценки. Кто-то приятен, кто-то неприятен. Но если мы сосредоточимся на душе, отстранимся от приятного, неприятного, от разнообразия материи, мы сможем почувствовать единение, тем не менее. Единство и умиротворение. Это мир достигается. Шанти, шанти, шанти. Все, мир, ум спокоен. Меня ничего не будоражит, не привязывает. Беспристрастно могу наблюдать то, что происходит вокруг. Это концепция единства, единства. Но в этом единстве та же единая энергия, потом можно наблюдать, она начинает действовать по-разному. Опять же, есть индивидуальность. Например, дерево на улице, и дерево, вот эти стены, бревна тоже дерево, и стол тоже из дерева. Это все единая
энергия. Но мы видим, что функции и назначения у них разные. У того дерева, которое на улице, или деревянный стол, функции и назначения уже изменились. То есть мы можем это сделать. Так, можем срубить дерево, высушить, обработать и как строительный материал уже использовать, чтобы что-то сделать, предметы какие-то. Это тоже дерево, но уже обработанное, трансформированное, ее функции изменена. Оно не вот назначение стола уже не давать мне тень, или листву, или цветы. На этот стол мы уже опираемся, кладем книги, какие-то предметы, но дерево на улице, тот же материал, другими функциями наделено. И точно так же материальная энергия, она единая на самом деле. Махататва, она вначале единая, но затем она наделяется, как бы обрабатывается живыми существами. Наделяется определенными функциями, разными функциями. Итак, паук плетет паутину, чтобы поймать муху. Для него это способ жизни, наслаждения. Муха для него это деликатес. Он знает, как ее приготовить, не сразу себя, но и приготовить ее. Вы, наверное, биологию изучали или зоологию, то помните. Как паук муху съедает. Он ее запутывает в паутину и делает ей укол, инъекцию. Эта инъекция входит в тело мухи, разжижает ее внутренности, все разжижает, растворяет. И потом он берет и коктейль этот выпивает. Вставляет туда соломинку и наслаждается. И там остается оболочка мухи сухая потом. Он не съедает это целиком. Очень разумно устроен паук. А для него это просто способ наслаждаться жизнью. А паутина, мухи. Сплел, сидишь, ждешь просто. Очень интересно, понимаете? Оп, поймалась. Запитайте. Почувствуйте того, настроение. Как это интересно, правильно? Можно даже такую роль сыграть в театре. Кто-то паука сыграет, кто-то муху. Что почувствует все это. Человек способен проникнуть при помощи медитации. Представить себе пауком, вот это паутина. Удобно очень. Человек-паук, есть такое кино, да, у детей? Он тоже там у паука чему-то учился, кажется. Но то, что является наслаждением для паука, является проблемой для мухи. Догадались? Вот это устройство материального мира. Поэтому мухе трудно понять, зачем нужны пауки. Но пауку совершенно ясно свое существование. Совершенно понятно. То есть каждое живое существо понимает, что оно должно существовать. Если вы скажете, ты лишний вид, давайте убьем, нет, он откажется. Нет, я тоже могу что-то делать. Я тоже что-то делаю важное. У меня тоже есть свое важное значение функции. Ахимса. Поэтому говорится ахимса. Ни одно живое существо не нужно убивать, оно неприкосновенно, оно под защитой находится вселенской формой. Земля поддерживает солнце, поддерживает существо, воздух, все стихии, они равны поддерживают все живые существа. Все имеют равное право жить под этим солнцем. Но само живое существо, оно думает... Само живое существо, оно думает ограниченным образом, в соответствии с природой и желаниями, со своим стремлением выживать в этой мире. То есть с позиции выживания он рассматривает этот мир. Как лучше здесь выжить, как удобнее, комфортнее здесь устроиться, как надежнее себя защитить. Поэтому люди делают дома, города, замки, не знаю, укрытия какие-то, склады, все это прячется, все это закрывается, это способ выживания. И вот эта борьба, она может обостряться в какое-то время, а в какое-то время ослабевать. Иногда человек может чувствовать, что он находится в братстве каком-то, получает духовное знание. Иногда он думает, что вокруг одни воры и обманщики. И таким образом это работает та же материальная энергия в мыслях. Вот это сложно понять обычному человеку. Он материально рассматривает как окружающую природу и какие-то предметы материально. А материальная природа действует тонким образом. Еще есть тонкое проявление через ум и мысли. Поэтому любое человеческое общество, оно возникает, создает что-то, затем оно разрушает то же самое, что создано. Как это делают? Это делают люди. Да, они это делают так, что они делят друг друга на какие-то классы, на какие-то нации, и потом подчеркивают это различие. Пока они вместе строят, они как-то договариваются, что мы все равны, и земля народу,
власть народу, земля крестьянам, тут все это общее. Но когда построено, они начинают каждый думать о своих интересах, плане деятельности. И тогда каждый думает о своих интересах, как о своей нации, как о своей семье, как о собственном индивидуальном существовании. И уже не может взять толк, зачем нужен вот этот класс людей. Так же, как муха говорит, зачем нужны пауки? Поскольку каждый пытается овладеть собственностью друг друга, энергией другого человека. Нужно понять, что у энергии есть источник. И все, каждый из нас связан с этим источником. То есть, Верховная Личность Бога, Он существует и сейчас, и до творения, и после творения. И сейчас каждое живое существо связано с Ним. Но думает, что не связано. Вот где материальный проблем. Оно так думает. Поэтому, извините, нужно думать по-другому. Нужно думать, что я с ним связан, и все связано. Чтобы почувствовать свою связь, нужно наблюдать, что бы мы ни видели, что бы мы ни ели, говорите, что бы мы ни делали, нужно найти связь. Нужно это делать для него, нужно любой предмет понять, предназначение, функцию в соответствии с желанием Бога, а не с моим желанием. То есть как же Бог к этому относится и так далее. То есть это сознание Кришны называется. Прабхупада говорит в комментарии, что нет ничего в этом мире, чтобы мы видим, чтобы не видел он сначала. Когда он видит, это означает, что эта энергия начинает существовать. Помните, сначала Бог создал небо, потом землю. А потом посмотрел, подумал, что это хорошо. И там не описывается, как он создал, верно? Как он создал небо, из чего? Если не было ничего, то от чего он создал небо? Да, но Бог-то уже был, видите? Из своей собственной энергии, как паук, он создает паутину из собственной энергии, из себя самого. Ему не нужно для этого куда-то ходить, добывать, делать какой-то комбинат, который бы вырабатывал паутину из какого-то другого материала, который он берет из природы. Это мы преобразовываем энергию Бога. Вот у нее есть одно назначение, мы хотим ее преобразовать в то, что нам хочется. И тогда нужно работать, разбираться в этих вот свойствах этих материалов, изучать их, комбинировать, создавать что-то новое, как этот дюралюминий создали, чтобы самолеты летали. Обычно самолет такой не взлетит, потому что масса очень большая, нужны легкие материалы прочные. И его не было в то время. Потом все самолеты разваливались. При взлете или посадке, или где угодно. Крылья отпадали, что угодно. Просто разваливались. Авиация, история авиации, посмотрите. Они все почти развалились, самолеты. Потому что материал не могли найти. Но нашли, затем изучили, нашли, выделили какой-то материал. Но что касается Кришны, ему не нужно пускаться в поиск, потому что ничего кроме него не существует. Все свое ношу с собой. Бог обладает всеми энергиями, всеми потенциями. И здесь говорится, дается пример, как это вообще возможно? Что в одном Боге все это умещается, все то, что мы видим и не видим. Но спящий человек создает много образов, смотрите, во сне. Интересно, что он с ними вступает во взаимоотношения. Он видит собственную карму вообще-то. Это его собственная карма. Потом иногда сны, они сбываются. Он видит собственную карму. Она уже создана. Она уже существует в уме. Иногда мы ее видим во сне. Вот в обычном смысле слова человек не видит, потому что разум включается. И разум уже нацелен на деятельность, на какие-то планы материальные. И мы не знаем сейчас, как там ум, вот эта тонкая карма, где она. Нам нужно изучать. А во сне она просто вот, может быть, прокручена. То, что будет завтра, послезавтра или в какое-то ближайшее время, или позже. По-разному. Иногда что-то пустое снится. Почему? Потому что много пустых вещей мы делаем в жизни. Чем больше глупостей делаем, тем больше глупых снов приходит. Но если мы делаем осмысленные, то и сны тоже, они имеют все значения и смысл имеют. Итак, сны тоже могут быть таким как бы показателем. И вот во сне человек создает множество образов и вступает с ними во взаимоотношения. Представьте, моя карма в уме создает образ тигра. Тигр ест меня во сне. И мне самому плохо от этого. То есть я сам создал этот образ и сам от него страдаю. Человек сам себе выбрал жену и потом страдает всю жизнь или наслаждается. Сама себе мужа выбрала на свою голову. А может быть наоборот. То есть сам создает все эти отношения и сам же от них потом страдает, потому что попадает от них же в зависимость. Вот такой странный сон эта жизнь. Что касается Кришны или Нараяны, он тоже стоит таким же путем. Как во сне? Все просто. Захотел и увидел приют. Но ты уже вступил в отношения, попал в зависимость. Сон продолжается.
Ты говоришь, есть все. Что поделать нельзя? Вот странно. Этот образ ведет себя независимо от меня, ведь. Вот странное дело. Вот какая загадка. Почему? Потому что это не моя энергия. Это не моя энергия. Если даже я выращу этого тигра, как своего ребенка, это не будет мой ребенок, не будет моя энергия. Он вырастет, все равно съест меня. Потому что это энергия Кришны, у нее есть своя природа. Но мне кажется, что вот если я что-то сделаю, то это уже мне принадлежит, и мне будет подчиняться, и у меня будет мою волю. Ничего здесь мою волю выполнять не будет. Все наделено совершенно другой индивидуальностью. Даже образы во сне, смотрите, наделены своей индивидуальностью. Со мной не согласны. Даже мое собственное творение. Это такие интересные законы кармы. Что все, что творю в этом мире, только станет причиной моих сложностей. Как этот шелкопряд плетет кокон вокруг себя. Чем больше он плетет, тем больше он там запутывается. Меньше шансов выбраться оттуда. Почему? Энергия Кришны. Это ее предназначение. Это называется Бахиранга Шакти. Внешняя энергия Кришны. Чем больше мы с ней соприкасаемся, тем больше она имеет власть над нами. Чем больше мы пытаемся овладеть, тем сильнее она становится. Властью над нами. Очень удивительно устроено все. При этом Кришна создает все эти формы, образы, туда входят живые существа, но он не попадает под их влияние. Вот это сон настоящий. Он как бы дирижер этого сна. Во сне он делает все, что ему хочется, и более того, эти образы не могут подчинить его. Мы не можем Кришну подчиниться. Даже если соберем всю страну под флагом победить Кришну, партию какую-то, проголосуем все против Кришны, все равно мы проиграем. Потому что лишь одно лицо выбора будет участвовать у него, и она победит. Это Майя Шакти. Одно лицо, Дурга Дэви. Достаточно. Или Господь Шива, вдвоем, скажем, два лица. Все. Нас будет миллиарды, 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 а их всего два, я не понимаю. Потому что мы внутри находимся этих двух, этих великих личностей. Также все находится внутри Кришны. На самом деле, кроме Кришны, ничего не существует. Кроме Нарайны. Мы тоже частички этой же энергии, мы часть этого Нарайны. Неотъемлемая часть, говорится, Нарайны. И единственное, что нас отделяет, что мы забыли это, не знаем об этом. Поэтому здесь говорится, нужно так сосредоточить ум, чтобы думать о Боге постоянно. Бхагавад-гита говорит то же самое. Если человек не думает о Боге, он деградирует. Что происходит? Вообще причина, почему он не хочет думать о Боге. Ладно, он забыл. Забыл, понятно, можно напомнить, верно же? Человек что-то забыл, ну вот, пожалуйста, дела. А, вспомнил, спасибо. Но люди забыли, и когда напоминаете, они отказывают. Это не совсем забвение. Это кажущееся забвение. Как бы они оправдываются забвением. Они могут сказать, ну тут санскрит, тут какие-то имена непонятно. Тут вот что-то вот непонятно мне. Так им вообще ничего не понятно. Вам понятно, почему он человек курит? Никому не понятно. Ему даже самому не понятно, почему. Но курит же. Вот непонятно, а делает. И пьет тоже непонятно зачем, но пьет. А вот книгу читать непонятно, не буду. Это позиция. Это уже выработанная позиция с прошлой жизни. То есть память есть об этом. Она зафиксирована в том, что это отпор всему этому. Назовут это сектой, как угодно, но это отпор. Как я проверял людей, вот, когда книги распространял, там один художник картины распространял свои, а книги ему хотел распространять. Это он, наверное, он художник, он разумный. Я думал, что раз я художник, и я принялся написать, то все художники тоже берутся на них. Я так думал сначала. Все художники должны быть, должны принять меня. Потому что мне интересно, что мне тоже интересно. Нет, не все художники. Он сказал, вот у меня сейчас просто нет денег, вот когда продам картину, я куплю тебе. Думаю, хороший человек. Нужно поговорить. Я даже далеко не ушел, ждал просто, когда он продаст картину. И Кришна устроил так, что он через минуту продал картину. Ровно на ту сумму, которую стоит Бхагавад-гита. Он не купил ее. Это была просто отговорка. Просто правда. И так люди ищут отговорки. То есть они забыли, когда им напоминаешь, не принимают. Видите, какое странное забирание. Ну вот смотрите, вы спите, и вас трудно разбудить. А если притворяетесь спящим, вас разбудить невозможно.
Сказать, что легко разбудить, а притворяющегося невозможно разбудить. Так вот этот человек притворяется на самом деле. Он имеет какое-то понимание, концепцию Бога, позицию имеет. Но он также, если внести ясность в этого все, эта концепция, наверное, разрушится. И ее можно разоблачить. Если он сталкивается с людьми, которые имеют большие знания, он быстро отворачивается и быстро уходит. Замечали это? Ему неприятно признавать свои ошибки или разоблачение ума, или не-не-не-не, ну все, спасибо, Хари Кришна, я ушел. Все. До встречи. Дай Бог, свидимся, может нет. То есть они избегают общения с мудрецами, избегают, это позиция. Поэтому если человек просто забыл это одно, но другое дело, что он забыл специально, он забыл по собственной воле это сделать забвение. Вот его позиция. Он, собственно, и хочет быть в этом состоянии забвения. Вот тогда наступает деградация. Тогда, говорится, вы не сможете передать ему никакого послания высокого. Он только будет раздражаться. Чем больше вы будете говорить ему какой-то истин, тем больше он будет раздражаться. То есть за этим стоит зависть, конечно. Только одна причина есть, почему люди не хотят слушать о личности Бога. Это только зависть. И с ней бороться сложно, потому что это очень горькое состояние зависти. Крайнее. Это самое несчастное состояние человеческое. Зависть. Когда он неудовлетворенный, раздражительный постоянно, с чувством вины, но обвиняет всех вокруг. Он соприкасается только с низшими гунами природы в состоянии зависти. Замечает, что он постоянно какие-то ошибки сами совершает, и ходит с чувством вины и раздражения. Страсть, раздражение означает, что вечно одно и то же, и все эти люди одно и то же от меня хотят. Деньги там, все от меня что-то тянут, и меня тоже как-то нравится обмануть. Почему не выполняют свои обещания, то и другое раздражение. Я сам такой же, понимаете, при этом. Сам еще хуже, может быть. И чувство вины, раздражения. Вот в таком состоянии зависти человек находится. В низших гунах природы. И при этом он думает, я все равно буду счастлив, все равно буду богатый, все равно я сделаю то, все равно я добьюсь своего. Это страсть. Но в этом состоянии раздражения у него уже отсутствует любовь. Он ничего не добьется в жизни, никакого счастья, даже заработать денег. Даже получив то, что он хочет. В этом состоянии, в этой гуне невозможно быть счастливым. Все равно эта зависть найдет свой выход. Даже когда вы получите весь мир, вы будете завидовать нищему. А потому что он негодяй свободен вообще. Он свободный, видите? Нищему можно завидовать. Да? Принц и нищий, помните? Принц мечтал быть нищим, а нищий мечтал быть принцем. Вот так все происходит. Снова, снова и снова. Меняются ролями. Потому что есть зависть. И Ачарья говорит, что это сложный момент, что касается зависти, сложный момент. Но есть три рекомендации, которым мы с вами следуем, чтобы освободиться от этой зависти. По отношению к Богу и к другим живым существам. Это Намаручи, Дживадоя и Вайшнавасева. Три вещи нам помогут. Это необходимо практиковать. То есть очень важно получать вкус святого имени Намаручи прежде всего. Мы воспеваем, чтобы обрести вкус воспевания, более высокий вкус. Гити говорится, что мы от низшего вкуса откажемся. Только в одном случае, когда получим высший вкус. Это нетрудно будет сделать. Поэтому нам необходим вкус. Мы собираемся, воспеваем Хари Кришна и повторим джапу или обсуждаем Священное Писание. В этом есть вкус. Более высокий. Если это в обществе бедных, мы ощутим этот вкус. Нам обучим, так это уже очень хорошее лекарство. Прабхупада говорит, что ум вообще, он, если не удовлетворен, очень опасен. Это свирепый тигр. Это очень опасный хищник. Если не удовлетворен, он свергнет все, так сказать, вашу душу и подчинит себе. Но если его накормить хорошенько до отвала, того же тигра, ну так накормить, понимаете, что он лежал был на животе и ногами не доставал до земли. Сказка из такой кота так накормили, что он лежал на животе и ногами не мог доставать. Это сказки. Вот так нужно кормить ум каждый день. То в этом случае можете подойти к этому тигру и потрепать его по загривку. О, так по морде, его по морде, как дела? Все ли хорошо? А он такой ленивый, знаете, сытый. Вот каждый день нужно так джабу повторять, чтобы ум вот таким стал, все, довольный. Ничего не хочу. Учиться не хочу, работать не хочу. Семья по боку тоже, все. Я так сидел. Такой духовный эгоизм у него. Все, ничего не хочу.
с одной стороны, это хорошо, что у него зависти нет. С другой стороны, плохо, что он обязанности не будет. То есть другая просто. Он негодяй просто. Его корми, не корми, он все равно видит, смотрит. Сколько волка не корми, он останется корми. Так, дети придут. Но во всяком случае, он не будет опасен. Агрессивным не будет. Но преданные, когда поспевают манту, следуют процессы, удовлетворенные, вдруг мне больше ничего не нужно. Все, Хари Кришна. С работы увольняюсь, буду только петь, танцевать, есть просад и так далее. Это другая сторона ума, но во всяком случае преданный уже этот не агрессивен. Все, ум уже другой у него. С ним уже можно работать. Как? Иди на работу. Правда? Я думал, что это майя. Нет, это твои обязанности, ты должен это делать. Это то, что Кришна Арджуне то же самое говорит. Иди работай, иди вот, ты воин, иди сражайся. У тебя профессия такая, профессионал. Ты кшатри. Война, иди сражайся. А кто будет сражаться? Почему? Потому что еще существует сева, служение. Первое это намаруча, а потом сева. Нужно служить, служить вайшнаву. То есть так и думаете. Я работаю для того, чтобы служить вайшнаву. Две функции работы. Это поддержание тела, тут много не нужно. А куда делать избыточную энергию? В недвижимость все вкладывают. Ну, если вы заняты бизнесом, может быть, да. Но это уже тонкий момент, не будем его обсуждать. Но избыточная энергия для развития сознания Кришны нужно использовать. Все нужны избыточной энергии, все богатства. То есть это строятся храмы, это праздники, фестивали, откуда? Это какие-то пожертвования люди дают. То есть избыточную энергию вкладывают в духовное развитие в обществе. Значит, если говорить в каком-то индивидуальном порядке, каждый семейный человек, который работает на работе, он должен раз в неделю приглашать себе преданных и кормить их. Бесплатно. На свои деньги заработать, честно говоря. Вот часть избыточной энергии потратить, чтобы купить пищу, приготовить ее в ожидании предложить божества, пригласить, воспевать, принимать просад, обсуждать священное писание. Вот так используется избыточная энергия. Вот тогда общество будет продвигаться. Это сева называется, служение. Вайшнава сева. И что касается людей, окружающих нас, которые такие вот забывчивые, упрямые, упрямо забывчивые, или пропагандируют, ослинное упрямство. Это упрямство, это хорошо, что такое, он умный, а есть ослинное упрямство. Даже когда человек получает уже все аргументы и знает что-то истинное, все равно отказывается. Это ослинное упрямство. Вот тут нужно иметь дживодоя, сострадание. Как ослы общаются? Ну, конечно, они работают тяжело, они упрямые, мы уже говорили, что они очень упрямые и очень глупые становятся, и поэтому их можно нагружать до отказа. Они будут работать. Упрямство и глупость, значит, будет большой груз, большой вес будет тяжелее. Но они очень умны, удовлетворение чувств. Только посмотрите, как ослы с этим справляются. Осел, если он зачесался в какое-то место, недоступное для него. Может быть. А для другого масла. И очень проницательно начинает наблюдать за этим маслом. И понимает, что у него тоже чешется где-то. Он находит это, он очень умный. Находит место, которое чешется у того осла, и начинает чесать его. Ему не трудно подойти и чесать. И тот осел очень тоже умный. Начинает чесать ему то место, которое чешется. Любовь называется. И когда они уже начесались, вот все, начесались, вот это, начесался ему все, он бросает его и уходит. Вот и вся любовь. Вся любовь называется. Так по-русски говорят, вот и вся любовь. Начесались. Вот так они живут. То есть он глупый, упрямый в плане бездумной работы, но в плане удовлетворения чувств очень умный. И расчетливый осел. То есть собственно говоря, это вот общество материалистов в корме имеется. Это общество ослов. Можно это кубайски написать, как крыло. Но тоже про ослов послали. Кстати, никто не обижался, как сейчас. Сейчас люди стали более обидчивыми. Иногда осел поет песни еще. Пропагандой так. Вы слышали, как песни? Вам не повезло, что в Омске нет ослов. В Омске все, во-первых, продвинуты, это раз, это город Омск. Во-вторых, ослов здесь нет, как транспорт, развитие. Может быть, в деревне где-то есть, но в Средней Азии
Вы удивляетесь этим в машине, и осел, тележка, люди используют до сих пор, там в деревнях много животных. Но они очень милые, симпатичные такие животные. Ну вот в сравнении таком с человеком, человек обижается. Я не осел, я не ишак, нет. Хотя иногда сам говорю, что я проишачил всю жизнь. Меня вот бездумно, бесплодно проработал. Результат весь никакой вообще, проишачил просто. Меня обманула материальная природа, общество. Провели все-таки меня. А обещали многое при этом. Коммунисты обещали, а потом куда-то ушли ведь. Вот какая странная вещь. Тебе обещают другие, но они тоже куда-то уходят постоянно. Вот все обещают, и все куда-то уходят. Проишачил. И поэтому иногда он начинает рассуждать философски, потому что жизнь-то проишачил. Ему нужно как-то выразить философски теперь, то есть о своей жизни рассказать. И он начинает петь песни. Кто не может показать? Кто-то слышал песни? Я даже слышал, я чуть сюда не посетил. Что это было внезапно, и я проходил мимо этого слава, как запел, боже мой. Я просто не знал, что это такое. Сирена лука. И вот такой вздох страшнейший, скрипом, вот как будто его просто либо бьют, либо режут, либо душат. Это песня от всей души, понимаете, пережитая песня, понимаете. Это же так ужасно, кругом такие обманщики. Вчера выехали на программу, и там плакат на здании «Партия коммунистов». И там лидер партии коммунистов так, с таким лицом что-то говорит, и там написано, что-то написано черными буквами. Не заставим. Затем работает ЛДПР, там партия коммунистов. Против жуликов, мошенников, против правительства. Правительство, чтобы не жульничало, не мошенничало, не обманывало. То есть вот эта песня. Такова песня. Нас всех, оказывается, обманывают, понимаете? А что он еще может сказать? И их тоже, да. Ну а все они, они же разумны в этом плане, мы же говорим. Они чешут, чешут. Говорят, ну чесались просто. Это сознание. Вот таким образом, отделенность от Бога — это не случайно какое-то явление. Не какая-то просто моя личная неудача. Это моя личная позиция. Вот почему люди избегают сознания Кришны. Это личная позиция. Хотя здесь столько знаний привлекательных. Видите, мы даже удивляемся, но почему люди не могут понять такие простые вещи? Да? При этом это настолько удивительно. Ну, потому что есть зависть. Но, если вы займете их служением, даже неосознанно, просто неосознанно, подайте мне это, подайте то, вот Кришне там что-то делает, служите, там, не знаю, ну вот он просто включится. Все, зависть будет уходить. Сева нужна. Намаручи, немножко на киртане посидит, поворчит и успокоится. Значит, два часа уже танцуется. То есть зависть уходит, она трансформируется на самом деле. Поэтому мы так делаем, что нужно регулярно свои ноги использовать, чтобы идти в храм. Даже если мы думаем, что меня обманывают там или то незаслуженно. Или у меня там чешется, не могу достать, никто не помогает и так далее. Все равно нужно идти на киртан, немножко поворчать, покритиковать и потанцевать. Ну, придем красать и счастливым уйти домой. Снова проснулись, снова опять проблемы. Вчера вроде хотел задать вопрос, да там меня как-то тут обманули. Там йога майя, понимаете, я забыл про это. А сейчас вспомнил снова, я же, у меня память хорошая. И опять проблема, да, я опять иду с проблемой, опять забываю, что другая энергия какая-то. И постепенно, ну, раз такая энергия, мне же нужно выбирать какую-то энергию, правда? Что либо завидовать так постоянно, страдать, либо, в конце концов, забыть все это и вспомнить Кришну. То есть преданный постепенно в служении вот так будет тут колыхаться, вот то влево, то вправо, то в гуны, то в духовное, и постепенно выбор перед ним уже будет совершенно ясный, что, конечно, нужно полностью предаться Кришне. Хватит. Зачем эти проблемы носить с собой? Кому они нужны? Это сильный труд. Таскать этот груз? Куда? Зачем? Бессмысленно все это. Просто меня будут использовать это материалисты с этим грузом. Я просто буду работать всю жизнь на это вот материальное общество, которое потом сменится и меня обманет. Каждый будет обманут. Даже те, кто обманывает нас, будут обманывать. Никто не выигрыш. Никто. Они думают, что они будут выигрыши. Никто, на самом деле. Все будут несчастны в итоге. И мы, нас обманывают только потому, что мы уже обманывали в прошлом. Все это связано. Мы такие же мошенники, как и все остальные. Мы сейчас пытаемся просто измениться. Грубо сказать. Поэтому для нас первое дело джап, это намаручи, потому что без этого вкуса мы не будем служить Кришне. У нас природа мошенников. Рождение такое. Нужно воспевать святые имена, чтобы поддерживать этот дух служения. А служение уже избавит от этой зависти.
Вайшнава сева и джива доя. Этим людям тоже нужно помогать, потому что многие из них хотят что-то делать. Не такие уж они ослы в этом смысле слова. Есть люди, которые ждут какого-то посла. Но тут, конечно, нужно знать культуру, как это преподнести, чтобы человека не обидеть, не унизить, что есть ложная гордость, есть свое достоинство у каждого. Это также наука, проповеди, уважение, видеть душу. Вот это важный момент. И то есть должна видеть та же Кришна, что каждый человек частичка Кришны и сверхдуша в сердце каждого живого существа. Каждый потенциально вайшнав. И каждый вайшнав может уйти в маю, если захочет, стать материалистом. Это вопрос выбора. То есть мы не сделаны здесь из чистого золота или из платины. Это наш выбор. Выбор изменится. И этот выбор нужно представить всему обществу. Распространять широко, на всех уровнях. Чтобы этот выбор был, чтобы люди знали, что есть еще другая жизнь. Есть Всевышний Господь, есть его творение, есть разнообразие энергии. Чтобы они учились пользоваться этими энергиями на благо. Чтобы не наносили урон этой земле, обществу, других людей, чтобы жили честно и процветали все. Таким образом, сознание Кришны — это очень практично, Прабхупад сказал. Это не какая-то теория, это практическая деятельность, образ жизни. Если мы это практикуем как образ жизни, это называется уровень мудрости. Если мы просто знаем философию, это философство, не философия. А если применяете, это уже мудрость. А когда применяете с мудрыми, то уже остается один шаг до духовности. Одухотворение. Одухотворение означает, что очищение. Значит, философия, мудрость и одухотворение. Вот сейчас нужно приучить общество философски мыслить. Сейчас люди стали далеки от философского мышления. Всего бомбардировки. Внешние эти рекламы, этих вот мелькания всевозможных. Эта задача появилась где-то в 70-60-х годах появилась задача в российском регионе. То, что называлось рекламой, это называлось плакат тогда. Задача плаката как? Выразить идею быстро, мгновенно. То человек должен посмотреть, сразу понять смысл его, не задумываясь, не анализируя, мгновенно делать ясно, найти такой образ, какую-то ассоциацию, чтобы одно слово, и мгновенно все понятно. Вот вы проехали, и все поняли. На большой скорости. Ты записался в добровольце, куда-то, в таком духе. Сразу раз, и мгновенно, и плакат называется. И сейчас кругом вот эти вот плакаты, только они уже что-то дают примитивнейшее. Какие-то предметы, какие-то продукты, какие-то колбасы, не знаю. Плакаты все устали. Мгновенно, быстро какая-то ассоциация, которая внедряется в ум глубоко. Вы проехали, и колбаса в голове. Вот те люди, которые в деревнях, там нет рекламы, скажем. Они приезжают в город, и одну рекламу увидят, и потом целый день они думают. А мы здесь ездим, эту рекламу сотнями видим. Что в голове происходит? Когда мы говорим, философские мысли, но вообще глазами хлопают, не понимают, а зачем это говорить вообще? Там колбаса, там то, другое, третье, понятно. Но почему слово «Бхагаван» говорит? Бхагаван нужно в форме рекламы дать, значит, Бхагаван. Если такого супермена там нарисуют, такого, знаете, Бхагаван, о, понятно, все, в форме рекламы. Диту нужно сейчас рекламировать, оказывается. А чтобы посидеть, что-то осмыслить, сейчас у людей нет времени. У каждого есть машины, сейчас дороги специально укатывают, только этим и заняты во всех городах, укатывают асфальт. Чтобы носиться быстрее. Там полосы расширяют, чтобы все носились, как угорелые. И с утра эти пробки, вечером пробки, на выезд города пробки, на въезд пробка. Сплошная пробка. Москва в этом году рекорд побил вообще. Кольцевая дорога замкнулась в пробку. Вокруг Москвы, это вот вся, представляете, все, пробку замкнулась, и люди там 36 часов сидели. Вертолеты прилетали там уже, потому что, а как? Есть нечего, туалетов нет, представьте, 36 часов, детьми многие. Кто-то там ехал в больницу, например, ну, кто-то куда, ну, мало ли, это же жизнь. И в пробку, и 36 часов, все, и никуда вы не денетесь, ни налево, ни направо, ни машину не оставите, ничего не можете сделать. Это спасательные бригады работали потом, обслужить-то невозможно, представить такое количество людей. ЧП было большое в городе. Вот, такие удобства создают.
остальные цивилизации здесь. Ну, это же понятно, любому человеку, если вы дадите всем по машине, то кругом будут пробки. Но они все равно это делают. Почему? Выгода. Я одного спросил, московского, ну как сказать, как же его назвать? Ну, даже больше, чем чиновник. Он очень богатый человек. Я его спросил, кто-нибудь здесь у нас из руководства болеет за Россию-то вообще? Он говорит, о чем ты говоришь? Кому это нужно вообще? Но если бы они болели, они бы свои деньги не переводили бы в швейцарский банк, понимаешь? Они же все туда свои деньги, а потом уходят, они оставят вас. Они так по секрету говорят, поэтому вот эту камеру пока включить. Ну, собственно, это не секрет, что выгода достигла вот таких. И тем не менее, они как бы и болеют, и не болеют одновременно, они знают, что если что, с корабля можно спрыгнуть. У меня есть там где-то деньги, я обеспечил себя, если что, с корабля спрыгнуть. Но нет, долго говорит, с корабля спрыгивать не должен, должен с этим кораблем пойти на одном месте. Вот такая ответственность. Вот к этому мы идем. Вот к такой ответственности, что мы ради блага других жили всерьез. Именно всерьез, это позиция такая. Мы все вместе должны быть. Все вместе, единое общество, единое сознание Кришны, единая любовь к Богу, единое служение. Все, никакой зависти. Не так, что я служу обществу, но я завидую ему так же. Если что, я просто спрыгну с корабля. Тоните сами. Нет, я же должен служить этому обществу. Через служение зависть должна уйти. Намаручи, вайшнавасева, дживадоя, то есть энергия сострадания, энергия знания, чит, вкуса, энергия служения. Это моя вечная позиция слуги. И постепенно зависть просто она уйдет. И когда зависть уйдет, кровь чистая уже. Ум чистый, сознание чистое, тело чистое. Это и есть счастье. То счастье, которое человек не находит в себе, потому что покрыто энергией зависти. И вайшнавы ачарьи утверждают третий принцип освобождения от страданий. Намаручи каждый день. Вайшнава сева каждый день. Дживадоя каждый день. Это наш образ жизни. Хари Кришна. Пожалуйста. Как-то мы обсуждали с преданными такую тему, и преданный высказал такое мнение, что материальная энергия, она в принципе устроена таким образом, что постепенно человек, как бы жить становится все хуже и хуже, если он не следует каким-то законам Бога, и она приводит его к религиозному пути, но материальная энергия не способна дать как бы или приблизить живое существо к осознанию Верховной Личности Бога. Здесь уже включается предан, который должен встретиться в судьбе человека. Правильно ли это? Пока чистый предан не встретится, ничего не изменится. А вот именно материальная? Материальная энергия, она вращается в гунах, поэтому безбожие и религиозность чередуются. Чередуется, циклирует. Есть цикл религиозности. Просыпаетесь. Религиозный, потому что деньги пришли откуда-то там. У вас здоровье поправилось, и вы думаете, о, Хари Кришна. Бог очень милостив. Потом деньги пропадают, здоровье ухудшается, все, я атеист. Да, Бог смотрит. Я зачарован. Это временный момент религии, они чередуются. Вот сейчас все к вере возвращаются, они что-то новое. Это было уже. А совсем недавно эта страна была вся атеистическая. Весь мировой атеизм был здесь как раз. Это была самая атеистическая страна мира. 80% атеизма мира – это Советский Союз. Такая была установка. А до этого это была тоже очень верующая страна. И так далее. Это гуны вращаются. Здесь, в конце концов, не так существенно, кто сейчас в данный момент атеист, а кто верующий. Это через меняется. Проповедуйте и религиозно, и нерелигиозно. Чаще бывает, что религиозно еще труднее проповедовать, чем нерелигиозно. Потому что они именно отстаивают религию как нацию. То есть материальное понимание религии, материальную позицию религии.
вчера вы на лекции говорили, что не нужно говорить о себе, а нужно говорить о Кришне. Правильно, да? Вот. У меня небольшое такие непонимание этого. То есть, как сказать, а если вот я еще не научилась говорить о Кришне, ну, кроме себя, я ну, ни о чем не могу там, допустим, говорить. Ну, тогда молчать, да, вот если, допустим, ну, в каком-то разговоре, ну вот хочется что-то высказать, там, какое-то там свое мнение там, или еще что-то. Просто молчать и не общаться. Или, ну, как вот это? То есть, если не научился говорить о Кришне... Да, молчать, улыбаться, смотреть. Но молчание, это же для женщины. Нечего сказать. Нужно молчать, улыбаться. Хотя бы фон создавать красивый. Ну, а в семье? В семье тоже. Фон нужен. Учитесь, вы слушаете лекции, читаете книги, поэтому, естественно, вы будете в разговорах вспоминать, что Прабхупада говорит, что написано в книгах, что слышали в лекции, что другие приятные говорят. Естественно, вы будете говорить хорошие вещи. То есть вообще про себя не говорить? О себе как можно меньше. Ну, если спрашивают, что-то говорите, преданные иногда говорят о себе, связано с Кришной, говорит. То есть жизнь преданного – это подтверждение слов Кришны. Он же живет согласно воле Кришны. Подтверждение вот слов. В этом смысле можете говорить, как пришли в Саддане Кришне, как хорошо в Саддане Кришне, или как плохо в Саддане Кришне. Было сказано о том, что на зависти вы говорили, и когда человек ходит, было сказано, что важно просто ходить, воспевать, там, кушать просад и так далее. То есть вот такая практика. Да? А, как бы вопроса два. И первый вопрос, как долго эта практика, то есть эта практика же может длиться вечно. Да? То есть, это вечная практика. То есть что нужно, чтобы человеку в какое-то другое состояние перейти, в какое состояние он должен перейти. И вопрос второй, что человек ходит сознанием решения своих проблем. То есть я и мое. И он может, в принципе, перейти в состояние ответственности и решения вопросов там, проповеди, вовлечения в служение и так далее. Но состояние я и мое может оставаться. Параллельно это может быть. То есть что должно быть в обществе преданных? Второй вопрос. Чтобы вот это вот вместо вот этого состояния я и мое, даже при условиях, что человек делает Намаручи, Дживадо и Вайшнава Сева. Казалось бы. Но в состоянии я и мое. Это параллельно. Духовная и материальная жизнь тут параллельно у преданного. То есть это совершенно разные вещи, они не пересекаются. И каждый преданный в себе это видит, что есть параллель моего материального существования, который также занимает мое время и энергию. Но мое предпочтение духовной жизни при этом. То есть я и мое, эта концепция материально идет параллельно. У меня должно быть какое-то жилье, если есть семья, работа, то есть это тоже мысли, энергии заняты этим. И параллельно духовная жизнь идет. Абсолютно могут быть не связаны никак друг с другом. Параллели не пересекаются, не связаны никак. То есть это нормально, если мы приходим сюда. Да, но постепенно эта же параллель, она ослабевает, материальное существование на что оно приходит. Упадок постепенно, состоянием тела и тогда временно. А эта параллель усиливается, эта линия усиливается. И постепенно она забирает наш ум, разум, туда поглощает весь. То, что написано. Вот, нужно весь ум, разум, чтобы поглощал мыслями он будет. И мы переходим плавным образом в это русло. Это естественный процесс. То есть какая цель? Что должно там быть? К чему? Там? Да. То есть какая цель? Между там и здесь не будет разницы. Это будет поглощено все. Связано. Я имею в виду, какой формат должен быть в обществе преданных, к какому формату мы должны стремиться в обществе? Разум. Пропадать разум должен быть. Преданность без разума – это хаос. Но к
каждого же разум свой. Да, я сегодня преданный, все, я все Кришне отдаю, все. Квартиру, все деньги, все, свой капитал, все. А завтра я хожу и прошу уже все подаяние, все. Это преданность без разума, например. Но должны быть старшие преданные, которые имеют разум, которые руководят. Что преданные не делали преждевременных поступков, не принимали синяс в раньше времени. А действовали разумно. Не приводя беспокойство общества, ни семью, никого. Стараться надо так. Как все-таки быть с вопросом, есть ли свобода выбора у человека, если все предопределено как бы в этом мире? И если творение устроено по принципу деградации постепенной, определенный процент только людей в Кали-Югу, ну как-то открыт к этому знанию, и это тоже предопределено. Да, все предопределено. Все желания и все выборы тоже по воле Бога. Да. И это рождает некий пессимизм тогда, как бы... Нет, наоборот, энтузиазм. Вот как это понять? Если все предопределено, то тогда что? Например, если я вам скажу, что вам предопределено быть богатой. Та лотерея, которая у вас в сумочке сейчас лежит в магазине, вот так, и там $1 000 000 у вас. Вы сделаете, вы пойдете в эту лотерею и обратите в деньги или нет? Сделаете или не сделаете? Но ведь это тоже скажет, ну как бы Бог скажет. То есть... Это предопределено, но вы должны это еще осуществить. И вы это сделаете с удовольствием, правда же, в этом случае? Ну, конечно, но... Что тут, не надо сомневаться. Даже Господь считает, что в каждом городе, где они будут воспевать Хари Кришна, люди, то есть будут есть просаду, петь, танцевать, все это вот поглотит все религии, одухотворит все общество. Теперь мы должны это сделать. Это наш выбор. Вот это уже наш выбор. Сделать это. Это нужно сделать, осуществить. Как получается, то есть над нашими желаниями Господь не властен? То есть мы да, это может кто-то другой сделать. Если не я, то кто-то другой это сделает. Но ведь человеку одному приходит желание прочитать Бхагавад-гиту, другому не приходит. Это уже выбор. Это выбор. Воля Бога заключается в том, что дает нам выбор. Это его воля. Но выбор-то наш. Это не выбор Кришны. Кришна о своем выборе говорит Бхагавад-гита, оставь все, иди ко мне. Все, его выбор, ясен по отношению к нам. Но у нас тоже есть выбор. Если ты не выберешь это, то будешь вот таким путем следовать. Все пути уже предопределены, видите? Не один же путь, не два, их сколько угодно. Все уже создано для нас, все дороги построены. Теперь выбор. Он рассказал Гиту Арджуне, говорит, теперь выслушал, делай как пожелаешь, принимай решение сам. Выбор за тобой. Я, говорит, все пути тебе открыл. Выбирай сам. Так сочетается высшая воля и свобода выбора. Вопроса. То есть, как бы, Бог выбирает, как Он хочет, чтобы мы Ему служили. Вопрос вот такой, то есть, когда человек встречает какую-то святую личность, да, ну вот, он может встретить, как бы, святую личность преданного, да, может встретить святую личность, допустим, там, какого-нибудь, ну, суфия, да, может быть, встретить святую личность христианскую, и от этого очень сильно будет зависеть его выбор. То есть это будет все равно любовь к Богу, то есть если в нем было заложено как бы стремление любить Бога. Но в зависимости от того, какую личность вот, как бы он встретит, будет предопределенный путь. И я хотела спросить, это Бог выбирает, каким путем он хочет, чтобы к нему шел человек? То есть такими встречами, то есть вот эти встречи же, они определенным образом как бы судьбоносные, то есть они, то есть, ну, у кого-то вот такие нет, встречаются, нет? Нет, нет, нет. Вопрос только зависти касается. Больше ничего. Выбор связан с нашей завистью. Вот вы читали книгу Радханат Махараджа «Путешествие домой»? Он на своем пути встретил всех садху. Но пока не встретил Прабхупаду, он не нашел ничего. Хотя всем выражал почтение и всех там прославляет, потому что они все садху, святые люди. И мать Тереза общался он, и многие садху, и персоналисты в Индии, и многие садху, йоги, мистики в Индии, шиваики и другие. Он прошел этот путь по всей Индии. Но пока не встретил Прабхупаду, он не нашел прибежища. Он так и не мог почувствовать, что ему что-то все еще не хватало. Это был ищущий человек.
Есть другой момент. Когда поиска нет, а есть нужда. Это разные вещи. Например, у меня нет денег, я ищу работу. Поэтому любой, кто мне деньги покажет и платит мне, я говорю, это мой хозяин. Все. Это нужда, значит. Это не поиск. Нужда может привести куда угодно. Знаете, что люди принимали религию вынужденно? Многие вот в России, во всяком случае, во времена установления христианской религии, люди вынуждены принимали ее, потому что это было опасно для жизни, не принимать религию. Это нужда заставила, это какой-то поиск, выбор для сердца. Нужда означает, я просто называюсь, как все. Я не живу, как христианин. Не живу, но я называюсь христианином. Значит, я просто по нужде, по рождению. А мы говорим о поиске сейчас. Если вы говорите о поиске, то никогда такого не произойдет. Вы будете искать, пока не найдете. Ищущую душу искренне не обманешь. Стучите, откроют, ищите и найдете. Вас никто не запутает. Гуру Махараш, я с такой проблемой столкнулся, что когда говоришь, ну, проповедуешь что-то непреданным, какие-то духовные вещи говоришь, они начинают говорить, что ты сам еще не достиг совершенства, у тебя куча недостатков, поэтому сиди и молчи. Вот. Потому что, может быть, поскольку ты не достиг совершенства, вот, ты может, говоришь и, может быть, туда нас заведешь. Вот, и просто не хотят слушать, ну и затыкают. То есть, и я, естественно, чувствую, что я личность несовершенная. То есть, и когда они начинают задавать более глубокие вопросы, я не могу на них ответить, потому что нету реального духовного опыта. Да, вот как... сейчас твои гуру, эти люди. Сейчас ты через них получаешь наставление очень важное. То, что вообще преданные тебе не скажут никогда. Ну, исключение, если кто-то скажет, это что ж, знаете, в отчаянии. Мы все знаем, что мы несовершенны, но мы уважаем нашу практику и так далее. Но материалисты, они не уважают, поэтому они прямо говорят, ты кто такой вообще? И он начинает, да, кто я вообще такой? Точно никто. Точно мы пробуем несовершенно. Материалисты, они хорошо учат. Это лучшие учителя для ложного эго. Для души нет, они не скажут ничего такого вдохновляющего, но для ложного эго это самая лучшая среда. Они эксперты в этом. Факт. Я от них тоже много наставлений получил. Я проповедую очень много людям обычно. Поэтому от них я получил очень прямые наставления учителя. Вот чувствуется, что польза от этого все равно какая-то есть. Большая польза, да, я смотрю на тебя и радуюсь. Терпите, ты не суть несовершенства. Но находи путем смирения ответы. Смирение нужно сказать, да, вы правы, так и есть, я несовершенен. Но, видите, я же говорю свое мнение, я же говорю слова совершенные из Писания, да, об этом хочу сказать. Именно поэтому я и говорю слова Кришны, потому что я несовершенен. Папа тоже спрашивали, что же несовершенно говорили ему, какой, да, я несовершенен. Поэтому я говорю слова Кришны. Качества, которые есть у него, есть у нас. Вот. Просто вчера и сегодня много говорили на тему зависти. Зачем Кришне тогда зависть? И зачем нам это качество изначально? Зависть — это очень хорошая вещь для Кришны. В Кришне, если она есть. Зависть в Кришне тоже есть. Но в нем она абсолютно хороша. То есть там все по главному качеству любви, да, подчинено Кришне. Да, это... А у нас все хаотично, у кого-то одна вообще зависть, у кого-то другая. А зачем вот все-таки Кришне практично? Зависть. Так, демонов убивать. Ну плохие качества, зачем? У него нет плохих качеств. Они у нас плохие. Которые в нас. Да, они в нас плохие. Зависть означает, что мы хотим подражать Богу. Сместить его и встать на то место. Вот, в высшем проявлении вот эта зависть. Поэтому это плохое качество для нас. А когда он завидует, он не хочет никого сместить, кроме демонов, когда защищает преданных. Демонов он убивает, потому что завидует. Если бы он им не завидовал, он бы их не убивал. Тогда кто бы убил демонов? Некому было бы убивать демонов, они же очень сильные. А Дурга? Дурга? Есть демоны, которых никто не может убить, имеют благословение Шивы, допустим. Дурга тоже не может убить, даже Шива не может убить, благословили их на свою голову, как говорится. Демоны, они очень хитрые. И тогда Вишну приходит, или Кришна.
думать, что там здесь ходит такой важный, и головой по голове. Бабах! Матфудвиша, это имя как раз говорит, что тот, кто завидует демону Матфу, это Кришна. Он и убивает поэтому. Но когда он убивает демона, его зависть абсолютно, демон освобождается. Получает свою духовную силу. Вот это зависть Кришны. Наша зависть другая. Мы убиваем, но плохая карма. Скажите, пожалуйста, вот, среди преданных тоже есть много людей, и у них разные настроения. Как определить, с кем общение будет благоприятно для моего сознания Кришны, а с кем наоборот может повредить? С кем из преданных? Да. Со всеми благоприятно, только по-разному. Со всеми преданными общаться благоприятно, но по-разному. С каким-то преданным просто нужно улыбнуться на расстоянии пройти. Если близко, будет проблема. Издалека сказать Хари Кришна. Но это всегда хорошие отношения. Всегда это должно быть, если нейтральные отношения, должны быть все равно хорошее, дружеское, расположение, доброе. Близкие отношения не со всеми нужно строить одинаково, не обязательно. Это может стать большой проблемой. Подтверждение есть. То есть есть тенденция вот, делать что-то искусственно, усилия. Меня должны любить, хочу любить. Где друзья, друзья, где еще друзей, понимаете, еще подруг. Ищу клуб знакомства. Это все искусственно. Нужно служить, и служение сближает людей. Мы на вопрос по вчерашней лекции. Да. Мы все просто попросили, гости уехали из нас вежливо. Матушка попросила задать такой вопрос. Как понять, когда есть подсказка параматмы, когда параматма что-то говорит, как отличить от собственного ума, они связаны сейчас. Параматма говорит, а ум договаривает. И за нее проговаривает. Например, тут за дверью, за окном кто-то говорит, а я здесь близко, я слышу, а вам не слышно. Я начинаю дублировать. Когда я дублирую, я свое настроение приношу, иногда что-то добавляю. Или скрываю, что они говорят. Вот такой вот ум рассказчик. Поэтому голосу можете доверять, но уму выводам не доверяйте. Выводу не доверяйте. Можете думать и чувствовать, что Кришна в сердце, хорошо. Но всем этим выводам не доверяйте сразу. Например, голос и сердце. И вы думаете, о, я достиг совершенства. Не доверяйте этому. Не принимайте это всерьез. Просто держите при себе. Даже никому не говорите об этом. Это для вас. И вот когда вы научитесь так вот молчать, для себя это принимать, как милость, вы научитесь. Услышите яснее этот голос. Еще яснее. Если не будете ничего пересказывать, никакие выводы добавлять, будете яснее, яснее все это прослушать. Когда ум успокоится, все будет ясно. Все и так понятно. Все и так понятно. Кришна единственный Бог, больше никого нет. Все понятно. Не нужно никаких других выводов. Я его слуга. Вот и все. И голос абсолютно ясный был. Он же господин сердца. Но он не спалка для нас. Часто рекомендуется делиться реализациями, собираться преданным, как-то делиться. Чем вот мы делимся, если не выводами, да, чем мы делимся, там, чтобы это было на самом деле? Обычно... Рассказывайте лилы, то, что происходит при этом служении. Например, моете полы в храме, какая лила была в это время? Что, какая лила произошла, когда вы с тряпкой мыли полы, допустим? Возможно, какая-то лила. Нет, не происходит ничего. Вот на санкхите немного лил происходит. Но на самом деле всегда, когда вы служите Кришне, какая-то лила происходит. Всегда есть ответ на ваши желания или мысли, то есть какие-то события. Всегда что-то происходит. Делитесь этим, что происходит, когда вы занимаетесь преданным служением.
Один Поджари рассказывал нам свой 5-летний опыт служения божествам в Швеции. Русский преданный. Целая лекция получилась из этого всего. Это было просто удивительно, потрясающе. При этом для него это казалось обычным делом, он уже привык делать каждый день одно и то же. Но он делал это 1-5 лет. Один служил божествам, и не таким, там вся панчитата была. И иногда кто помогал, но никого не было. Гарантий никаких не было, он был болен иногда, и никто не спрашивал, все равно делал все это. Я говорю, как же? Говорит, Кришна помогал. Он рассказывал, как это происходило. Мы слушаем, были заворожены вообще-то. Такая лила была в его жизни. Это пример природы. Вот этим можно делиться. Как выполнять служение, что происходит в это время. Быть на харинаме, расскажите тому, кто не был на харинаме. Вот так. Как Кришна вмешивается, да, помогает, да, Кришна помогает. Как мы видим, как Кришна помогает нам в служении. Вы можете просто рассказывать, что было. Гуру Махарадж, вот я несколько раз слышал одну и ту же историю, как один преданный во Вриндаване совершал аскезу, повторял 64 круга, очень много служил, вот, и один садху к нему подошел, говорит, ты, говорит, так много делаешь, повторяешься твое имя, ты хоть раз произнеси чисто. Вот, в чем смысл такого наставления, потому что, мне кажется, если бы он мог произнести чисто, он бы уже произнес, а просто услышать это, что от этого изменится, просто произнести. Отвечаю, что он был настроен не очень правильно. Чтобы изменить его настроение, сказал ему, настроение. Он думал завоевать Кришну вот какой-то активной деятельностью, а его не завоевать ничем, только любовью. Это и чистое повторение святого имени. Когда человек чувствует любовь, это причина, почему он повторяет. Скажите, пожалуйста, однажды я разговаривала с человеком, который после нашей программы, ты был киртан, лекция, распевание, задал мне такой вопрос. Вот почему вот вы все-таки за эту практику держитесь, когда есть славянские веды? Я ему начала объяснять и привела цитату из Шримад-Бхагаватам, где Кришна, ну где говорится, что если человек привязан к своей земле только потому, что он родился, то он, в общем, суть там такая, что он не отличается от осла или коровы. Этот человек сильно возмутился, и он мне сказал, это цитата из Священного Писания или комментарий? Я говорю, это прямая цитата из Священного Писания. Он был крайне возмущен. У меня вопрос, он действительно человек ищущий, или он просто, вот что, в каком состоянии находится? Он ищущий человек или что? Вот что ему надо-то на самом деле? Ищущий. Да. Он спросил источник, ты ищущий человек. А протест такой? Протест, он просто привязан еще к чему-то материальному, поэтому протестует. У него какая-то есть гордость своя русская. У нас была гордость. Когда мы проповедовали Саддхарму Кришне, у нас была гордость коммунистов. То есть мы поняли, вот для чего нужно, вот героизм, чего выражается, проповедовать Саддхарму Кришне. Мы были героями. Нереализованными. А тут есть возможность реализовать себя. Вот это был также стимул. Это также была гордость, унаследованная от строя коммунистического. Там же на героях все держалось. Это святые были, которые дали своей жизни герои. Мы это восприняли в своем воспитании и переменили в сознании Кришны. А сейчас люди на что опираться? На какую гордость? Они говорят, а русские веды, да, дайте посмотреть, потому что они же хотят иметь честь какого-то русского человека. Это естественно. Магарадж, а вы мешаетесь, это на самом деле что? Что это за книги? Русские веды? Да, славяно-арийские. Да, в Омске их издавали здесь, кстати говоря. Может быть, лет 20 назад, около того, издали здесь. Здесь был храм, но его сожгли. Такой немножко реакционный был тут настроение у них против православия. Конфликт вышел. И, то есть они сильно конфликтуют с некоторыми группами религиозными, потому что здесь российские корни ведические, и они заявляют свои права, что они главнее других.
это выражается в конфликтах. Этого не нужно делать. Нужно просто знания распространять. Полезные вещи. Книги есть такие, я думаю, вы их сможете найти каким-то образом. Они даже в интернете должны быть. А вы сравните с Пуранами Вед и увидите одно и то же там. Кто такая Путана в русских ведах? Путана пришла кормить Кришну молоком, помните? Кто такая Путана в русских ведах? Путана, так и есть. Кришна, Крыша, тоже пил ее молоко, высосала жизненную силу, Терстой. Демон Цапля, уже Кришна разорвал на двое, тоже в русских ведах. Но Камса, Кощей. Имя Кощей. Не Камса, Кощей. Так что, когда вы прочитаете, вы увидите, что терминология очень общая. В основном вся общая терминология. Есть какой-то свой акцент на чем-то в русских ведах, определенно свой акцент существует в описании. Там акцент идет на описание этой вселенной, ее устройство и реинкарнации. Вот эти измерения описываются в планетарной системе, как туда попасть. Это акцент на этом строится. До Рамхи. Рамха, это Брамха. Высшая планета Рамхи. Вот ее, достичь ее цели. В тех изложениях, что я читал, это высшая цель описывается. А над этим описывается есть Вышень, над всеми Вишну, все Вишни, Вышень. Или Вышня, еще называется, Вишну. Но о нем подробно не говорится. Рамха. Планета Брама. Творца всего. А вот в книге Велеса там Рышень, Вышень, почему-то в середине стоят всех богов. Да, там не делается акцент какой-то на них. Ну, говорят, божечь любви, все. Лель, слейт, играет. Какие-то деяния тоже его описаны. Акцент другой. Также есть веды, описанные Махабхарата, есть буддийская Махабхарата, есть Махабхарата от Вашампайли, есть Махабхарата еще от одного брамана. И из разных гун комментарии описали, точки зрения на все эти события, которые происходили. Они по-разному ставят акценты в этих посланиях. Прочитаете одну Махабхарату, другую, видите, что акценты по-разному. Оценки разные даются. Например, тот браман, известный браман, который должен был защитить Махараджа Парикшита от укуса Такшики. Такшика его подкупил. Дал ему денег, браман ушел. И вот в одной версии Махабхараты говорится, что началась Кали-юга, потом браманы стали вот такими. А в другой версии говорится, что этот браман чистый, преданный, и он понимал замыслы Всевышнего, потом должен был удалиться, не мешать так же. Эти две точки зрения на одно и то же событие. Есть точки зрения в невежестве, в страсти, в добродетели. Вайшнавы выбирают все пураны из благости. Особенно Бхагавата Пурана, точку зрения Бхагавата Пурана, чистая благость. Также веды, они разделены по трем гунам материальной природы. Шесть Пуран для невежества, для страсти шесть, и для шесть для благости. И Амала Пурана, чистая трансцендентная Пурана. Если мы хотим стать чистыми преданными, мы берем Амала Пурану. Если мы заинтересованы, вот скажем, в этом мире, у его устройства, мы должны в страсти получать достойную благость. Но невежество там уже просто исполнение собственных желаний, тантрические всякие методы, другие, просто чтобы свои желания удовлетворять. При помощи вед. Поэтому есть разные веды. Но одна была культура ведическая. Она была разнообразная. То есть веды это целый океан знаний. Для всех типов людей. Читание Чандрачарану Прабху. Скажите, пожалуйста, вот иногда, когда ты даешь какую-то информацию немного, ну вот из ведических писаний, ответ такой приходит, что откуда мы можем знать, что это наверняка, что это точно? То есть для человека, как бы, он не принимает авторитет. Вот. Что ему можно ответить на такое, когда он так заявляет? Что он не принимает? Он не принимает вот эту информацию, говорит, откуда я знаю, что это наверняка так? А, есть опыт других? Например, мне говорят, наркотик опасен, откуда я это знаю? Я не принимал наркотики. Есть опыт других людей? Есть опыт. Прабхупада в видении говорит, что Кришна признает Верховной Личности Бога, Шанкара, Ачарья, Мадва, Ачарья, Манури, Ачарья, Шри Чайтанья, Махапрабху, Господь Брахма, все великие Ачарьи, все говорят об этом, все великие авторитеты.
На этом основании мы тоже можем что-то принять. Например, я что-то попробовал и говорю вам, это плохо. Вы можете на этом основании принять это и не делать. Также, если вы говорите человеку, говорите, у меня есть определенный же опыт, подтверждение, поэтому я и говорю, собственно, это то, что вы не верите. Но у меня есть опыт. Можете доверить этому опыту. Можете попробовать сами, получите подтверждение. Как пример с медом. Откуда знаю, что это мед? Может, это машинное масло? Так попробуйте. Вот смотрите, я беру палец и кладу в рот. Вкусно? Достаточно доказательства? Нет, потому что я-то не пробовал. Ну, это отслюнил прям с этого сам. Вы можете устраивать киртаны большие, скажем, может быть, раз в неделю с какой-то периодичностью, или выкадыши делают в своих городах. Ночь напролет можно петь. Сюда найдутся желающие. Если этого нету, то возможно прийти к Кришне, если понемножку и везде, регулярно. Ну, понемножку, так к Кришне придете по чуть-чуть. Иногда нужно погружаться. Нужно погружаться в киртаны иногда. Вот фестивали для этого существуют, праздники, экадыши тоже. Практикуйте, иногда нужно погружение, чтобы испытать трансцендентный вкус освобождения от гон природы. Насколько регулярно? Например, экадыши два раза в месяц. Например. В Москве приходит 500 человек воспевать на экадыши. И новые люди приходят сейчас. Это как клубы у них, они там огонь предлагают. Там, их там занимают такой деятельностью служения, им очень нравится. Они делают вишнавские одежды, украшаются. Московские клубы сейчас делают экадыши. И там воспевают всю ночь, круглые сутки. И там, где божества установлены такого уровня, также могут быть круглосуточные воспевания. Знали об этом? Как во время давние круглосуточные воспевания. И там может сидеть 1-2 человека здесь и тихонько напевать, и все. И все, они всегда будут акцидентов. Когда все кто войдет, такой поплывет. Так же выплывет на работу. Все будут чувствовать. Храм — это такое живое место, где всегда есть служение. К этому вы тоже можете прийти, какие-то группы баджанов могут меняться, вот так, приходить регулярно, петь в течение какого-то времени днем также. Для божеств специально. Воспевание же как можно больше. Вот что в ваших силах делаете, как можно больше. Можно в эту же тему вопрос? Вот, допустим, когда приходишь воспевать, и вот ну, такое настроение отвратительное, а ты все равно вот, ну, себя, допустим, вот заставляешь прям, думаешь, ну надо же. И вот, ну, и как, вот смотришь на божеств, и там прощения просишь. Ну, как-то пытаешься из себя вот что-то вот выдавить, вот, ну, мантру, да, эту. Но, ну, вот, как-то так все это, ну, вот сердце вот такое вот прям сухое, черствое. То есть, ну, нужно в таком умонастроении все равно, вот, ну, заставляешь, потому что, ну, думаешь, ну наверное... Настроение не имеет значения. Все равно нужно продолжать. Просто берете, да? Ладоши, хлопаете. И ногами танцуете, и все, что делается. Сам плохой может тоже не будет. Кришна смотрит и чувствует сострадание. Вот как трудно и танцевать, танцует все равно. И посылает какое-то благословение. Вот и все. Очень простая практика. Он знает, как нам трудно с этим мешком ходить. Еще танцевать и петь. Когда-то мы были в Гакуле, в Вриндаване, такое удивительное место. Кришна провел детские годы. Там он был Путану и свалил два дерева Арджуна в Гакуле. И там есть Кришна, вот этот Лампа Гапал, он сидит на такой качели. Вот там в доме Нанды Махараджи был маленький качель, вот он катается. И веревочка такая, и каждый должен подойти и покачать его. Но одно условие, нужно засмеяться. А у меня было вот то самое настроение, о котором вы говорили.
Там не до улыбок вообще, слышишь? Никак. Сам мрачное расположение духа. И говорят, надо смеяться. Я еще хуже мне стало. Что это такие требования? Не смешно. Я буду смеяться. Я стою в очереди, сам возмущаюсь. И как назло, все смеются вообще. Как назло, каждый подходит. Ха-ха-ха! Голод, ну что ж такое вообще? И что же я приду туда? Я вот в таком состоянии, после очереди, наконец, моя очередь, беру эту веревку. Не знаю, что делать, раскачиваюсь, смотрю в глаза, ага, я смеюсь. Ну и какая разница в наше настроение, вообще какое-то имеет значение. Никакого значения не имеет наше настроение. Это как погода. Не верьте настроению. Плохое, потом лучше, потом снова плохое, потом снова лучше, потом снова плохое, потом снова плохое, потом еще хуже. Потом все равно лучше. Так мы и живем, собственно. Скажите, пожалуйста, а как характеризует человека то, что он предпочитает, то есть ему больше нравится джапа, чем кирта? Это какой-то высокий вкус уже. Особая личность какая-то. Различает джапа, кирта. Кирта он не различает. Мне все равно, что джапа, что кирта. Нет, я имею в виду, что вот, например, кто-то очень любит петь, ну вот, а кто-то очень любит читать на четках. Вот я это имею в виду. И, да, вот. И у кого-то больше вкус, например, петь, а у кого-то больше вкус читать на четках. Вот я спрашиваю. Это индивидуально. Индивидуально? Но это не означает, что не должен петь со всеми. Так же поет со всеми, но он в джабе, скажем, все выражает. Сейчас, в данное время. Потом это может измениться, это настроение. Это не сварупа. Это настроение. Ума настроение. По природному настроению вам хочется просто идти в джапу. В другом настроении хочется быть в киртане. Есть такие киртаны, из которых уйти невозможно. Правда же? Вчера, например. Как, например, мы были на Украине. Там были удивительные киртаны на фестивале. С каждым годом это. Они на фестивале каждый вечер они бросают все. Лавки, все дела, все магараджи, все преданные, все в пандал. И поют 3 часа каждый вечер. Матва там был просто. На следующее утро Бхакти Прабхупада Махараджа дала лекцию и сказал. У меня, говорит, даже видения были вчера вечером. Это видение духовного мира. У меня тоже что-то подобное было. Это были такие какие-то. И никто никуда не торопится, все воспевают, просто поглощены, полная такая атмосфера, все как один человек, знаете, вот эту тысячи, там, 6 тысяч. Такие были спокойные, такие глубокие, киртаны, долгие. Во все растворяется. Очень важно. Очень важно так вот, просто сесть и воспевать. И потом все с энтузиазмом разбегаются в разные стороны, по своим ядрам, уже знают, что нужно делать. Все ясно. Все легко и понятно. Счастье. Потом в России на Российском фестивале тоже были хорошие киртаны в этом году. Драдюна Махарадж, удивительный киртан провел. Все пели. Тоже хорошо. В Омске хороший киртан стал. Как божества установили. Особенно какие-то назывались. Если можно продолжить тему Курана, вот некоторые проповедники иногда ссылаются на некую Бхагавад-гиту Курана. Вот я книги Шрилы Прабхупады немного читал, но все равно я не нашел, где он ссылался на Бхагавад-гиту Курана. И также в интернете я тоже ссылок на него не нашел. Не могли бы пояснить? Я тоже не нашел никаких ссылок на Бхагавад-гиту Курана. Есть книга об этом. Какая-то книга написала кто-то из преданных. Опять же, кто-то, какая-то книга висит, я даже плохо помню. Но там приводится это. Бхагавад-гита Курана, на самом деле, в моем опыте в Петербурге, 86-й год, это был еще. Один из преданных, первых, это первый преданный был в Петербурге. Он стал изучать санскрит. Он его потом выучил самостоятельно. Он стал известным санскритологом в Петербурге позже. Потом он погиб.
Но тогда он стал учить санскрит, и он стал ходить в библиотеку. Там есть специальная библиотека, где есть какие-то тексты, там оригиналы. У него был такой читательский билет особый. И читал, нашел Бхавиша Пурану случайным образом. Просто была книга Бхавиша Пурана какая. И он стал читать санскрит именно там. Изучать санскрит. И пришел, он ошеломленный однажды на классе Бхагавад-гиты, он стал говорить о Бхавиша Пуране. Что говорит, я читал Бхавиша Пурану. И знаете, что нашел? Ведь там предсказание явления Иисуса я нашел. Это он первый в России, я думаю, даже в Исконе, он первый это обнаружил. Запад. И мы сказали, как? Да, в Бхавиша Пуране 5000 лет. И там предсказано явление Иисуса. Да, прочитай, что там написано. Он прочитал, что придет как сын девственницы. Его миссия будет, возьмет карму мира, грехи мира на себя. Имя Криштоша. Все были ошеломлены. Это же Иисус. Живой миссии, это его явление. Но я не знаю, была ли она вообще опубликована, распространялась ли широко эта книга. Но тот, кто знает санскрит, знает хорошо об этой книге. Там не только явление Иисуса, также пророк Мухаммед, более подробно еще описано о Мухаммеде, больше информации. Бхавиша Пурана есть такой персонаж. Там предсказание, пророчество. В любом писании должно быть пророчество обязательно. В русских ведах есть тоже свои пророчества. В этих ведах тоже есть пророчество. В Библии тоже есть пророчество. Везде. Скажите, пожалуйста, как мы постоянно говорим о Ишоде, Нага Махараджа, а вот Судева и Дева, мало говорим. Вот Судева и Деваки, они поклоняются Кришне не в такой родительской любви, как Ишода и Нага Махараджа. Поэтому по благословению Кришны, когда Кришна узнает, когда Ешода и Кришна узнают, что на самом деле он сын Васудевы и Деваки, представьте состояние Ешоды, она к нему привязана вечно, вдруг она узнает, что она не его мать, а он не ее сын. Вот, и Кришна ей обещает, говорит, нет, я даю благословение, что все будут читать тебя, моей матери. Поэтому, когда мы матери Кришны, говорим Ешода, никому в голову ничего другого не приходит. То есть Кришна говорит, на самом деле все будут говорить про тебя, когда будет говорить о моей матери. Ешода. Нанда Махарадж и Ешода это очень близкие отношения в Ацали, сладкие отношения в Ацали, где преобладает вот эта сладость в нем ребенка, собственного ребенка. Васудева Деваки, они видят в него Верховного Господа. Это сын, но он Верховный Господь. Поэтому он великий царь должен быть в глазах. Получить образование должно. Они хотят все это сделать для него. Кришна получает это образование уже в Матхуре. И вспоминает Ишоду, теряет сознание. Часто на руках. Вспоминает Риндаван. Такие ли вы удивительные? Чеши горни тай ки, чеши ранды гавинды ки, чеши пропады ки, чеши вальшнавы ки, чеши Чандра Чаран Махарадж ки, чеши!